Из теплых и уютных стен Уникса мы переместились на красивейшие лазурные берега озера Яльчик. Привет, дорогой друг, ты смотришь дневник школы актива деревни Универсиады Яльчик-2017. Меня зовут Роман Полинсков, и в эти 5 дней, которые мы здесь проведем, ты узнаешь, чем живут активисты деревни Универсиады и много еще другого интересного. Поехали, смена стартовала! Школа актива началась с нашего любимого концертного зала «Уникс». Участники собрались, кураторы нашли своих, а Юра Зонин, который обещал приехать в Яльчик, рассказывал, что там да как. Могло создаться впечатление после вот этих слов, то, что там обалдеть, там все огорожено, там так-то, так-то, там вот какая-то зона тюремная, там, и так далее, да, разбитые окна, вот, и так далее, и так далее. На самом деле, надо приехать туда, приедете, убедитесь, что это самый обыкновенный, но намного лучше обыкновенного лагерь. Домики очень чистые, места, где мы живем, обалденно классные, то есть там всегда свежо, там всегда хорошо, несмотря на то, что на улице может быть жара, либо наоборот может быть холод, в помещении всегда очень приятно находиться. После таких изречений ребята, воодушевленные до безумия, отправились в автобусы, которые и отвезли их до Яльчика. Сразу по приезду начался еще один водный инструктаж. На этот раз участников познакомили с организационным составом, еще раз с кураторами и с женщиной-спасателем, которая обещает бить веслом нарушителей порядка. Ну а теперь отправляемся к легионам и начинаем знакомиться с ними поближе. Что, в принципе, можешь сказать о своей бригаде, можно так выразиться? Необычная балконья. Вот давай посмотрим, оператор, пожалуйста, вот давайте внимательно посмотрим на эти лица. Что ты можешь о них сказать? Необычная болтунья. Реально, самые разные люди тут собраны. Адаль, да, это про тебя. Да. Ну, я вижу, вот Вадим вот сыграется с человеком, которого сейчас карты теребит. Тебя как зовут? Адель. Как еще раз? Адель. Адель. Начинается. Да, поехал. Ну, думаешь, нормально у тебя все пройдет, да? Думаю, да. Из 7 легионов какое место займете? Да, в принципе, это не так важно. Скорее важно, что в конце... Ну, не, относительно. Друзья, что вы можете сказать по поводу своего куратора? Очень нравится. Выручила. А нас записывают, что ли? Да, да, да. А, блин. В чем она тебя выручила? Она мне очень помогла, поддержала меня в трудный момент. И какой это трудный момент был, если можно об этом говорить? Небольшая жизненная ситуация, о которой я не могу рассказать. Личная. Да. Часть Санта-Барбары все равно здесь. Еще какие-то мнения, пожелания, отзывы о вашем кураторе есть? У кого-нибудь нет? Топ. Прям топ-топ, да? Вообще. Ништяк, хорош чувак, молодцом. Знаю. Что можешь сказать о своих ребятах, которые в этом году тебе достались? Мне очень повезло, я рада. Пока мы ждали второй рейс, мы очень хорошо познакомились. Хорошо, контрольный вопрос, который ты, скорее всего, ждешь. Каково это брать легион без Газиза и Вадима? Аллилуйя! Спасибо за знакомство, ну а теперь настало время вечернего мероприятия. Так как вести его должен был Юра Зонин, который обещает приехать, перехватываем у него эстафету, а интервью вместо меня отправился брать наш любимый фотограф Никита Тахтасинов. Привет, как дела? Хорошо у вас. Замечательно. Как тебе Яльчик? Мне очень понравилось. Ты первый раз в Яльчике? Да, первый раз, очень нравится. Какие первые впечатления у тебя? Ну, сначала как-то, долго ждали, во-первых, автобус во втором рейсе, а так, потом, когда приехали, вообще все очень классно, тренинги, вот сейчас к выступлению готовимся. Как тебе кураторы? Кураторы вообще топ. Как тебе твоя команда? Команда тоже хорошая. То есть у вас сразу с первого дня получилось сработаться и все хорошо у вас, да? К выступлению готовы? Да, конечно. Зажжете? Да. Чем будете? Будем ждать. Увидите все там. Все увидим? Да. Все. Обещаете, что будет все хорошо? Конечно. Да. Посмотрим. На вечернем мероприятии мы узнали, как называется каждый из легионов, увидели их отличительные знаки, девизы и так далее. Но нет смысла все это перечислять, сейчас сами все увидите. Позитиве, слава КФУ. Каждый из нас победе уверен. Любую преграду мы преодолеем. Командой большой мы к цели идем и вместе сегодня друг другу споем. КФУ the best.
Ну что ж, вечернее мероприятие подошло к концу. Я думаю, надо поинтересоваться у толпы, как им вообще настроение и так далее. Девушка, здравствуйте. Представься, пожалуйста, как тебя зовут? Даша. Как еще раз? Дарья. Даша, скажи, пожалуйста, как тебе вообще Яльчик? Ну, поначалу было такое себе, сейчас вроде пожарче стало. А такое себе в чем заключается? Интернета нет, холодно в комнате, тесно. Тебе некому согреть, что ли? Да. Какой ужас. Но я надеюсь, что наши зрители потом уже, когда Яльчик закончится, все-таки придут, тебя согреют. А в целом, как тебе вечернее мероприятие? Нравится. И все? Больше ничего не скажешь? А что еще говорить? Ну, не знаю, там атмосферно, круто, вау! Атмосферно, круто, вау! Ништяк, чувак знает, что говорит. Ну что ж, отдыхай дальше! Ну что ж, на этом первый день школы актива деревни Универсиады подошел к концу. Большое всем спасибо за внимание. Этот выпуск для вас вел Роман Полинсков. Увидимся уже совсем скоро, а именно завтра. Всем спокойной ночи. До скорых встреч. Пока-пока.